20 ноября, к 80-летию со дня рождения легендарного Джона Леннона, в Донецкой филармонии долгожданная программа «Битломания Джон 80». Бессмертные хиты Джона Леннона из репертуара группы «Битлз» в исполнении Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева в авторских аранжировках и под руководством Данила Милки. Подробности в кассе и на сайте филармонии.